Самая слаженная и быстрая команда в первой ульяновской гимназии. Это выявила традиционная городская эстафета среди учащихся. В дождливый день на стадионе «Труд» собрались больше 400 человек из 31 школы. Самым ярким зрелищем был забег у девушек. Здесь с большим отрывом победили спортсменки 38-й гимназии. Но все же второе общекомандное место досталось 100-му лицею. Бронза в этом году у 13-й гимназии.